Впервые в Дагестане в образовательном центре «Гидаят» прошел республиканский конкурс чтецов Корана среди женщин. Участие в нем приняли 70 конкурсанток из разных районов и городов республики. Конкурс проходил в трех возрастных группах по трем номинациям – среди детей до 15 лет, девушек до 35 лет и женщин от 35 лет и выше. Жюри обращало внимание на знание текста наизусть, правильное чтение и мелодичность голоса. Первое место заняли жительницы Махачкалы Сабихат Шуайбова, Марьям Абдурахманова и Аида Абакарова. Занявшим призовые места вручили денежные вознаграждения. Организатором конкурса выступил муфтият Республики Дагестан. Сегодня мы проводим общий республиканский конкурс, который проводится отделом просвещения впервые. Республиканского не было еще. И на конкурс приехали из всех городов Дагестана и из многих районов. В общем взятии 23 районов городов принимают участие.